Солдат Кошкин, приветствую вас в армии. Вы будете собачьим инструктором. Инструктором? Да, вы должны придумать имя вашей собаки. На букву А в этом году так. Да, как же тебя назвать? Ой, вот это щенок на букву А. Ну подожди, как же тебя назвать? О, язык Алый. Давай тебя и Алый назовем. Собака росла хорошая, умела искать. Кошкин учил ее командам. Но вот один раз случилась настоящая беда. На границу пришел преступник. Собака немедленно набросилась на него, но пуля попала в нее, и она начала умирать.